Вы знаете, я довольна. А только единственное, что мы на самой верхотуре сидели. А где вы сидели? Сидели на балконе, последний ряд. И там на балконе, чтобы было нам видно более или менее прилично, это мы в камеру говорим. Да, а чем понравился спектакль, объясните? Ну, вообще, тем, вот что обстановка, современная постановка, да, и она да, хорошая. Да, да, и не, нет пошлости, нет вот какой-то такой, вот именно, как бы, именно современная, такой грубоватая. Это вам не опера Руслана Людмила в Большом театре. Поэтому там просто, ребят, невозможно. Это просто какой-то ужас. Всего доброго. Спасибо.